Мариан, мы поздравляем вас с приездом в Дагестан. Скажите, пожалуйста, почему вы выбрали именно Дагестан? Какие у вас впечатления остались после посещения? Наверное, вы уже некоторые места посетили. Почему выбрали мы Дагестан? В Дагестане первый раз, в Махачкале первый раз. Очень, очень хорошее впечатление, очень теплый прием. Почувствовали, да, на себе кавказское гостеприимство? Да. Да, очень, очень хорошо мне приняли сестры, братья. Вот, и иншаллах еще приеду. Какие вы места посетили? Что вам все больше понравилось? Что вы хотели бы еще посетить, узнать? Мы только с вчерашнего дня здесь были в мечети, здесь, в университете теологии. Пока немного мест посетили, в общем. Но хотели бы еще больше, да? Да. Мария, все-таки живя в Центральной России, там существуют такие стереотипы о том, что Дагестан, скажем, это горячая точка, в том числе, ну и вообще весь Кавказ. Вот вы не боялись сюда ехать? Честно говоря, я не боялась ехать, но я боялась кому-то об этом сообщать. То есть разница есть все-таки, когда ты чувствуешь сердцем, да, что надо куда-то поехать. Не думаешь, что там опасно, это не опасно, ты едешь. Но другое дело, когда касается близких, скажем, если бы мне мой ребенок сообщил такую радостную новость, я бы вряд ли адекватно восприняла. Поэтому я не говорила ничего родственникам, ни друзьям, никому. Вы все-таки в этом убедились? Или все-таки эти стереотипы не имеют по себе никакой почвы? Ну, меня никто не взрывал, альхамдулилля, но я к тому говорю, что если бы вот мог кто-нибудь из близких сказал, что едет в Дагестан, я бы, конечно, наверное, беспокоилась, честно скажу. Старалась бы держать связь, поэтому, чтобы никого не напрягать, я решила. Мариам, вы, наверное, тоже знаете, что одной из легендарных личностей дагестанских, это был имам Шамиль. Что вы знаете об этом? И вообще о каких-то других выдающихся личностях Дагестана вы что знаете? Нет, я пока не очень осведомлена, к сожалению. Вот, но хотелось бы узнать больше, конечно. Мариам, один из новообращенных мусульман, который посетил арабские страны, сказал, что хвала Аллаху, что я узнал мусульман позже, чем принял ислам. Какие у вас впечатления остались после общения с мусульманами? Ну, честно говоря, проблема существует, она есть, и я на нее обращала тоже внимание, и свое, и своих близких, что зачастую исламские традиции, да, никак не связаны с региональными какими-то, да, этническими особенностями. Есть какие-то особенности вот какой-то определенной нации, да, или народа, которые люди другие воспринимают как, скажем, исламские обычаи, да, то есть вот мусульмане такие, а они, может быть, не такие, да. Скажем, была в Марокко, когда там, если ехать как турист, то впечатление скорее негативное, чем позитивное, потому что люди, они так относятся очень, как, ну, скажем, как к средству, к тебе, как к средству добывания денег, то есть прямым текстом тебе говорят, что вот ты как бы свинья, да, европейская, которая все деньги тратит на пиво там и так далее, без оснований совершенно тебе заявляют, да, а нам детей нечем кормить. Вот такие неприятные случаи были, но, скажем, это же не ислам, да, то есть это не ислам учит этому, и масса других этнических особенностей, скажем, да, которые люди воспринимают как ислам, да, к сожалению. Мария, не могу не затронуть все-таки тот вопрос. Я думаю, что он будет все-таки интересен нашим телезрителям тоже. Вообще, каким был ваш путь к исламу? Что изменилось в вас после принятия этой религии? Ну, во-первых, я не могу сказать, что была какая-то отдельная жизнь, потом случилось принятие ислама, и да, началась другая жизнь. Скорее, это как-то какой-то постепенный путь, да, с детства что-то. Какие-то элементы были, уже присутствовали, да, я не знала, что они исламские, возможно. То есть внутреннее что-то оно было, просто оно вот оформилось в определенный момент, так случилось, и так было суждено, альхамдулилля, что я пришла, вернулась, скажем, да, лучше. Мария, сейчас, наверное, был первый месяц Рамазан, да, для вас?
Был первый. Как прошел для вас месяц Рамазан и как вы отметили свой первый праздник Рамазана? Альхамдулилля, очень чудесный был месяц, наполнен просто караматами. И к моему удивлению, держать было легко, приятно, и как бы все само собой прошло. И праздник получился тоже замечательным. Я отмечала на работе. Отмечала 3 раза, на самом деле. Первый раз на работе вот с командой сайта Islam.ru, в котором я работаю. Очень теплая компания. И все-таки я просто знаю, что есть мусульмане этнические, которые уразу не держат, но праздник отмечают. Это, наверное, как христиане, которые отмечают Пасху, которые не держат пост. И чувство, конечно, все-таки, мне кажется, да, несравнимое, когда ты держишь пост, и у тебя праздник, а когда у тебя просто праздник. Вот это был именно праздник человека, который держал пост, и, в общем, ну, хотя было жаль. Было жаль, что месяц закончился, и на следующий день... Не на следующий день, это было в пятницу, да, а в понедельник у нас почти весь офис снова держал пост, и я в том числе. Вот, конечно, это очень такой месяц, самый, наверное, важный. И мне кажется, не случайно, что именно накануне именно него, за несколько дней, я решила соблюдать, как бы, вот. Мне кажется, что самые такие фундаментальные вещи происходят вот в Рамадан, и немножко до него, как правило. Действительно, благословенный месяц такой. Сейчас приближается сезон хаджа. Вы бы хотели посетить эти святые места? Да, я бы очень хотела, иншаллах. Это, конечно, мечта любого мусульманина, но я буду делать дуа, просить об этом. Может быть, в следующем году, иншаллах, как получится. Мариам, в современном мире очень многие обращаются к вере, принимают ислам. Очень много интеллигенции, не только российской, но и зарубежной. Как вы считаете, в чем причина этого? Очень просто, как мне кажется, да, что ощущение, да, вот поиска истины, веры в единого Бога заложено в каждом человеке, да, с детства. Но в силу каких-то культурных, там, этнических, религиозных, любых причин, да, мы отходим, кто-то вообще изначально с детства, да, не знает, что это есть, но все равно мы возвращаемся, каждый человек как-то возвращается. А когда у тебя не было какое-то заложенное вероисповедание, то есть, допустим, как в моем случае, как в большинстве, там, скажем, советских семей, да, когда религия что-то казалось такое, ну, не такое важное, да, после советских времен. И когда у тебя вот не было никакой религии, у тебя есть выбор. То есть, ну, как правило, все в основном приходят в христианство. Те люди, которые вот после советских времен начинают себя искать, именно понимают, что, да, религия все-таки важна человеку, это почва под ногами, это основа. И люди приходят в христианство, потому что вот Россия как бы христианская страна считается, да, хотя, ну, негласно, хотя Россия — это многоконфессиональная страна, да? Я тоже пыталась в христианстве себя найти, совершенно неудачно. Что вас разочаровало в христианстве и что вы нашли в исламе? Ну, начиная с того, что в сам храм мне было тяжело заходить, то есть скорее... Я могу, это мое личное, может быть, мнение, да, я не хочу разжигать межрелигиозную вражду какую-то. Может быть, так в моем случае, да, было какая-то ничего не понятно. То есть вроде бы от тебя ждут совершения каких-то обрядов, да, вот свечки там ставить, там исповедь, там причастие, еще что-то, там стоять нужно, да. А вот почему, зачем, как бы. Сердце не откликается. У меня не откликалось. Я заходила в церковь, начинала с того, что женщины в основном начинали обсматривать, во что ты одет. Да? То есть, скажем, сталкиваясь с мусульманскими сестрами, если у меня что-то неправильно в одежде, они подойдут и поправят, скажут, у тебя немножко там вот платочек, там волосы совершенно спокойно. Да? А вот так вышло, да, может быть, не везде так, что в христианских храмах ты заходишь, и все вместо того, чтобы как бы продолжать свои молитвы, да, они смотрят, ага, так, что-то у нее там с юбкой, вот там как-то, что-то какая-то она вот, вот начиная с этого, да, просто было непонятно, и непонятны как бы догмы для меня, ну, как,
Те же самые основные вопросы, которые вызывают у всех, то есть взять того же самого, всех, да, тех же там священников православных, которые уходят в ислам, всех интересуют одни и те же вопросы, да, а что за Троица, почему там человека называют Богом, в общем, совершенно стандартные вопросы, и поэтому... Когда речь уже идет о сознательном поиске, не когда тебя родители приводят, не когда тебя общество приводит, да, а когда ты уже сознательно ищешь, ты задаешь себе вопросы, да, и ты анализируешь, как сердце реагирует на то или иное. И вот у меня нет, я не отозвалась, да, так получилось. А вот в исламе мне сначала даже некоторые вещи отталкивали. То есть я же не сразу там, вот раз я мусульманка, я, конечно же, читала там. Это то многоженство, конечно, тоже сначала казалось, да, совершенно непонятным феноменом. Но общалась с людьми, читала потихонечку, пришла действительно к тому, что это самая справедливая религия, и каждая буква закона, она действительно милосердная. И, в общем, сердце, оно как-то так вот отреагировало и... Альхамдулилля, да, альхамдулилля. Мариам, все-таки вы являлись раньше представителем шоу-бизнеса. И, как мне кажется, достаточно нелегко оттуда вообще уйти, потому что он как бы затягивает, как трясина. Как же вам удалось так легко расстаться с этой профессией? И поддерживаете ли вы отношения с прежними друзьями? Вообще, как они приняли ваш выбор? Угу. Хороший вопрос. На самом деле, уйти было совершенно нелегко. Хотелось... покорение, да, каких-то вершин, самоутверждение, когда это произошло, осознание того, что это как бы не то, что нужно человеку, оно уже было на подходе, но вот хитрый нафс, он убеждал, что нет, это все вот, надо, значит, вот надо на мировую сцену, в общем, ну такие вот мыслишки, скажем так, да, больше, чем мысли, да. То есть вот эта вот мысль, а оно надо вообще, да, а что это? И, скажем, честные вопросы, вот даже касаясь ислама, я просто немножко отпрыгну в сторону, да. Когда я с людьми разговариваю, я им задаю вопросы. Вот они христиане, да, я совершенно спокойно задаю вопросы. Расскажите, почему вы платок одеваете в церковь, а когда в церковь, хоть вы не одеваете. То есть я просто задаю вопрос, логические мысли, да. Человек начинает обзываться. Или он злиться начинает, да. Вот, и к чему это уже? А, и к тому, что вот когда на фабрике тоже начали задавать вопросы мне люди, да, слава Богу, и родители в том числе, и, в общем, близкие люди. Как бы, для чего цель вообще этой группы? Какая цель? Тебе не кажется, что цель этой группы для того, чтобы на заказниках за большие деньги перед, скажем, даже женатыми мужчинами, они будут там употреблять там алкоголь, а ты будешь плясать, их развлекать? И человек, который более-менее честно подходит к себе, да, вот опять же, насколько сердце открыто, насколько глаза открыты, да, это по воле Всевышнего происходит. Либо ты гонишь от себя эти мысли, как бы нет, ничего такого не знаю, вопросы эти не задают, там начинаешь тоже злиться. Либо у тебя возникает как бы такой маленький червячок. Ой, а правда, он говорит, да, как бы цель-то какая? И начинаются такие вопросы. А что? А зачем? А с целью? С какой целью это все? А что движет людьми, которые участвуют в этом? Что ими движет? А вот это, и ты, а к чему это меня приведет? А что будет через 5 лет? А чего я этим добьюсь? Что мне это даст? Вот вопрос такой, что мне это даст? Да? Естественно, это не мое было личное решение, меня поддерживали родители, близкие, уйти. Но мотивировка была такая, закончить вуз, потому что мне тогда почти что отчислили из института, и я поняла, что важнее мне получить профессию. И я поняла, что если вдруг я захочу вернуться в шоу-бизнес в каком-то или ином качестве, говорят же, что если человек, он талантлив, или вообще есть у него способности, не проблема, сегодня бросить, там, через год начать, в другом месте. Поэтому я подумала, что если это для меня будет важно, я потом вернусь. И тогда я уходила учиться. А когда я ушла учиться, я уже... Был тяжелый период, я переживала, я слышала эти песни, вот там я пела на сцене, мне казалось, это так важно. А сейчас, честно говоря, мне не то чтобы смешно, но это вот, ну это просто другой как бы мир, да. Вот, и был такой период осуждения, да, вот там, как я могла, и как они могут, да посмотрите. Был, астафирула, да, такой период, но сейчас он сменился совершенно таким...
альхамдулиллах, спокойствием. И вот я смотрю, когда показывают по телевизору, у меня нет никакой реакции. За мной наблюдают друзья. Одним кажется, что я буду сейчас говорить, вот они там, вот это, в юбках коротких. Другим кажется, что я буду смотреть, у меня будет возникать там, а ты не хочешь обратно, мне говорят, не хочешь обратно. То есть наблюдают за моей реакцией, а я смотрю вот просто вот как в окно, да. Альхамдулиллах. Сейчас вы бы не хотели продолжить свою творческую деятельность, вот непосредственно связывая, ну, учитывая какие-то законы шариата, да, например, скажем, продюсером, стать продюсером какой-то исламской группы, или вообще вот как вы хотите построить свою дальнейшую жизнь, тем более, что вы знаете еще и языки, вот как вы хотите дальше принести да, курс исламского? Хороший вопрос, я бы очень хотела именно в творчестве продолжить себя, иншаллах, если будет на то воля Всевышнего. Но в данный момент, на данном конкретном этапе сегодняшнего дня, моя цель — это получение знаний исламских, да, поскольку ни семья, ни общая атмосфера ими не располагала, естественно, поскольку я пришла в ислам, то мне необходимы знания в первую очередь, да, чтобы уже потом с фундаментальной точки зрения, когда я уже созрею, что-то уже, может быть, доносить, да. Для людей. Вот. Так что с творчеством не покончено, могу сказать, но как бы руководствоваться я, иншаллах, буду шариатом в этом вопросе. А как вы относитесь к такому мнению, что ислам — это, скажем, темная религия, что женщина в исламе — это забитое существо, ни на что не имеющее права? Ну как я могу относиться, если я пришла в ислам? Подумайте. Да, я забитая вообще. На самом деле нет, на самом деле была такая тенденция у меня вот со всеми бороться, кто так считает, на всех ругаться. Но я подумала, это бесполезно, да, на всего воля Аллаха, кому откроется, тому откроется. Убеждать женщину в том, что одев платок, она гораздо больше и защищена, и уважаема, и собой в первую очередь. Убеждать можно только своим примером, наверное, вот словами нет, потому что я говорю, я сама платок ношу недавно. То есть метаморфоза, она такая. И что можно? Можно говорить бесконечно, просто когда ты к этому приходишь, показатель каков, хочется тебе назад или нет. Да, если бы это было там религии забитых женщин там, и так далее, мне бы хотелось назад, я бы испугалась, наверное. Да. То есть назад не хочется? Нет. Хочется вперед. Какие книги вообще любите читать? И читали ли какие-нибудь книги именно дагестанских альмов? Дагестанских альмов, наверное, я не читала книг. А вот решение соблюдать, начать, пришло ко мне после того, как я знакомилась с творчеством Аль-Газали. Да, благодаря как раз издательскому дому «Ансар», в котором я работаю. Как раз благодаря Аль-Газали я и пришла в издательский дом, потому что заказала на сайте книги. Вот. И прочитала я несколько книг, и мне, честно говоря, поразило просто глубина мысли, как можно в одной фразе сказать столько, сколько порой люди не могут за 1000 страниц выразить. Да? И поразило меня потом, когда я узнала, что это далеко не современный, да, ученый, а средневековый. То есть вот таким языком, которым сейчас-то никто не может выразить. То есть вокруг да около льют воду, открываешь книгу, там, так вот листаешь, листаешь, листаешь. А тут в одной фразе, пожалуйста. Да. Что конкретно читали из глаза? Веседияний. Сейчас я читаю... «Исследование сокровенных тайн сердца». Пока не очень удается крушение позиций философов, пока, честно говоря, не очень, но хочу, иншаллах, осилить вот их. Ну, в основном такую, скажем, литературу общего характера, да, там, «Жены пророков», книжки по истории пророков, то есть вот то, что сейчас требует мой курс, да, вот на первом курсе, то, что нужно изучать пока. Я понял, что вы еще преподаете. Да, я преподаю английский и шведский языки. А сколько языков вы знаете? Ну, на самом деле, отвечать, скажем, могу, наверное, за один язык. То есть, как бы,
который является моей профессией, да, это английский. Она на хорошем уровне, знаю также шведский, французский, с ними могу работать, но мне потребуется словарь, скажем так. Да. Также я учила испанский в течение года, достаточно на хорошем уровне, на разговорном. И сейчас вот взялась за арабский. Надеюсь, что, иншаллах, в нем удастся мне продвинуться. Вы преподаете еще? Да, преподаю сейчас. Вы, когда преподаете, также ходите? Да, я хожу либо так, либо какой-то одеваю головной убор более нейтрального характера, в зависимости от ситуации, скажем так. Если я знаю, что сегодня не в духе начальства, я одеваю такой другой головной убор, но я голову покрываю. Проблем со студентами не бывает? Из-за головного убора? Из-за хиджаба? Нет, вот у вас с ними возникают какие-нибудь дискуссии по этому поводу? Возникают дискуссии положительного характера. Во-первых, одна группа, в которой я преподаю, арабско-английская, то есть они на ура относились к этой новости. Вот. А остальные скорее, поскольку отношения хорошие очень со студентами, когда я начала преподавать, была еще менее, еще более маленькая разница в возрасте, то есть там 2 года всего, и поскольку мы подружились, им скорее больше и по-дружески интересно, почему это, да, и иногда какие-то отсылки делаю я. Например, на практике английского языка я вела такой проект, ну, у нас там как бы мы идем по программе, и в оставшееся время преподаватель предлагает свои виды деятельности, да, скажем, проект какой-то, проект, который изучает целый пласт какой-то лексики. Я предложила сделать проект по священным писаниям, потому что, когда я училась, у нас не было такого отдельного пласта, а в переводах очень часто встречались, ну, в основном, конечно, это отсылки на Библию, поскольку переводы с английского, там, американских каких-то деятелей, и постоянно встречались вот эти вот клише, да, а их перевести, просто перевести слова невозможно, потому что перевод должен быть авторизированным, да, если есть Библия, там, если есть зеница ока по-русски, да, а по-английски the apples of one eye, of one's eye, да, ты не можешь перевести яблоко там глаза, да, то есть это авторизированные какие-то вещи, которые надо знать. И поскольку нам вот в системе не было дано, я решила вот вести для практики, и там тоже давала какие-то знания элементарные, в том числе и по исламу, то есть какие-то основные понятия мы прошли, и ребята с удовольствием слушали. То есть в основном дружелюбные отношения. В лицее тоже, ну там дети, если в институте все-таки это взрослые, то есть моего возраста, помладше, наверное, чуть-чуть, то в лицее там 13-14 лет. На мой вопрос, почему я не ем булочку, точнее, на их вопрос, когда я ответила, что я пощусь, они сказали, что ну вы же совсем вроде бы не толстая, зачем вам поститься, как бы. Вот, но что меня очень сильно порадовало, конечно, когда немножко директор был недоволен моей формой одежды и сказал, что если я не передумаю, то со мной придется расстаться. Дети мне сказали, я их предупредила, говорю, дети, возможно так случится, что я не приду больше к вам преподавать. И объяснила, как бы, в общем, почему, не даваясь деталей. Дети сказали, что если вас уволят, мы на следующий день придем все в платках. Да, мне было очень, конечно, машаллах, было очень приятно слышать. Не знаю, случится так, случилось бы так, но хотя бы вот это вот. Потому что на самом деле, нет, ну всех можно понять. И директора можно понять, и нас, и меня нужно понимать. Но на самом деле я даю основные знания детям, они те, которые, те группы, которые я веду. То есть они тянутся, они ходят, и им нравится заниматься, и как бы увольнять человека из-за внешнего вида, ну, в общем, мне кажется, если он выполняет свои основные, как бы, да, задачи, то... Вот. Скажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд, от чего вот эти проблемы возникают в России, связанные с тем, что некоторые люди начинают вот эти радикальные течения уходить? Радикальные течения? То есть вот в эти секты непосредственно, предположим, ваххабизм, когда... Знаете, я переводила новость, там речь шла о том, что, правда, не помню где, если я не, могу ошибиться, но, по-моему, в Швеции, если я не ошибаюсь, когда выходили из мечети мусульмане, их были машины проколоты, то есть люди,
Или это в Австрии было, в общем, в какой-то европейской стране, ограничимся так, да, то есть, где-где? В Англии, да? Ну, да, в Англии, мы считаем, что в Англии. Причем это был в Рамадан, что они выходили, все машины были колеса проколоты, да, и там были всякие надписи, что типа вот, вот такие-сякие. И дается комментарии, да, политиков или там теологов, да, богословов. И там один христианский батюшка, католический, сказал, что кто мешает людям отмечать свои религиозные праздники, и кто, значит, всячески им пытается навредить. Наверное, те, кто не отмечают свои религиозные праздники, да, которым которые свои, как бы, да, вот в своем кругу этим не занимаются. Вот они поэтому из вредности ходят и другим мешают. Наверное, потому что вот тоже проблемы с верой, да. Да, невежество, потому что особенно не нравится, когда люди начинают христианством покрывать вот это все. То есть, вот мы христиане, как бы противопоставлять это. Хотя на самом деле, там, поспрашивать их там вот так вот немножечко по христианству, они как бы, ну, вот, не очень, да. И поэтому, скорее всего, это происходит, потому что люди сами в себе, может быть, никого не хочу осуждать, может быть, просто не чувствуют какого-то стержня, и им это как бы вот настораживает их, что у людей есть какие-то традиции, там, обычаи, какие-то принципы, да, внутренние. Может быть, из-за этого. То, что молодежь вот так попадает вот в эти секты различные, потом ваххабистские течения, все такое. Ваше мнение, почему они попадают? Из-за недостатка образования, мне кажется, в первую очередь. Потому что все же понятно, да, если заниматься в университете, если разговаривать со знающими людьми, никто не призывает, да, к джихаду, взял лопату и пошел всех мочить. Понятное же дело, что не в этом речь, не об этом речь, да. Вот, и просто знаний, да, не хватает. Тоже, опять же, да, в силу своей работы переводила обращение, да, верховных муфтиев разных стран к молодым людям, чтобы они не выезжали вот на этот джихад, да, так называемый, который на самом деле, к которому их призывают те группы лиц, которым это выгодно, да, в Америке, там, скажем, в Европе. То есть вам верховный ваш муфтий говорит, не надо. То есть какой вы тогда верующий человек, если вы там взяли лопаты и пошли, все равно делаете, как бы это уже немножко не оттуда, да. Просто нужно образование, нужно знание. Я говорю, знание – это все, то, что нам не хватает, то, к чему призывает и ислам в первую очередь, кстати, тоже в том числе. И, соответственно, слушаться старших ученых, алимов, родителей. Говорят, что ислам – это религия агрессии, религия нетолерантная и так далее. Ваши комментарии так далее? Ну, я в корне не согласна. Начиная с того, как переводится, да, мусульманин, то это покорный единому Богу, да, смиренный человек. Ислам – религия мира, это ощущается каждой клеткой сердца. И все мусульмане, как бы, да, настоящие, никто из них никогда не одобряет вот этих вот мер, которые, да, терактов и так далее, которые наоборот бросают тень на соблюдающих, да, на настоящих мусульман. То есть никто не одобряет вот этих вот вещей. И это просто выгодно, опять же, с точки зрения, чтобы бросить тень. Выгодно просто на этом спекулировать. Вот этого момента, как бы, высокомерие по отношению к другим конфессиям есть в исламе, и как прочувствовать? Высокомерие. Или нетерпимости, скажем так. Скажем, я скажу, есть два аспекта этой проблемы. Скажем, люди, верующие, христиане, иудеи, они делят религии на религии. Они говорят, у нас своя, у вас своя, у мусульман своя, да. Мусульмане не делят так на религии. Они считают, что все другие, они просто еще не пришли в ислам, да. Это может для других людей показаться нетерпимостью. Хотя вражды никакой нету. То есть это второй аспект. То есть да, есть такая позиция, то есть нет такого деления. Вот вы христиане, вот там, вот вы иудеи, вот
вот все люди разные, у каждого разное мнение, у каждого разная религия. Нет, как бы мусульмане, насколько я знаю и насколько известно, да, из Писания, что просто другие религии, они немножко заблудились, да, и все люди с удовольствием, с радушием принимают ислам, когда люди приходят. То есть, с одной стороны, да, с одной стороны, есть то, что мы ждем, что они станут на истинный путь. То есть, может быть, это кому-то покажется высокомерием, то, что мы не даем, что не дается право, да, что вот отдельно, вот у всех есть право на свою религию. А с другой стороны, с тем радушием, да, с которым относятся мусульмане, к новообращенным, да и даже к представителям других религий, не относится никто. Да? То есть с такой терпимостью, скажем, если кто-то принят из христианства и уйдет в ислам, на него шквал просто грязи выльется, просто таких слов, да, бранных. А если кто-то уйдет там из ислама в христианство, ну что мы можем сказать? Ну, нет, из ислама христианство вот уйдет, там тут ваш брат. Ну, конечно, вы расстроитесь, но вы же не будете его поливать там черными такими словами, да, ах ты там такой-то там, ну чтоб ты там вот, такого не будет, да, то есть, скажем, это все равно более терпимое отношение. Это все. Марьям, исходя из вашего опыта в исламе, из ваших знаний, из ваших общений с мусульманами, скажите, пожалуйста, ислам для вас это? Продолжите. Ислам для нас это. Это все. Не знаю, я не хочу давать определение. Ислам для вас это все. Это образ жизни, наверное, да? Образ жизни, конечно. Это вера и деяние, соответствующие этой вере. Марьям, что бы вы могли пожелать всем мусульманам и дагестанцам? Пусть Аллах не покидает ваши дома, дома ваших близких, принимает все ваши дуа. Счастья, любви, ну чего еще? Традиционных вещей. Чтобы Аллах был всеми доволен. Да, чтобы Аллах был доволен всеми.